Если бы я знала, какие здесь квартплаты, да я в жизни бы сюда не приехала бы. У нас тоже. Это же обдираловка полная, зато дом правления живет за счет нас. Людмила Сыркова переехала в этот дом 3 года назад, купив квартиру по заманчивой цене, трешку всего за 2 миллиона рублей. Но квартира оказалась с подвохом. Ежемесячно женщина платит за свои 49 квадратов 7 тысяч рублей. Это ужасная сумма. За элитное жилье, где по 100 квадратов люди имеют в квартире, они платят 3-4 тысячи. Я работаю как бы сама торговым представителем. У нас люди там разного класса работают, но ни у кого таких сумм нету. Я в этот раз затронула разговор про квартплату. У всех прям волосы дыбом встали. По словам жильцов, воду и свет у них ворует сауна, которая вплотную прилегает к их дому. Отсюда и гигантские цифры в квитанциях. Установить индивидуальный счетчик в квартирах, по словам жильцов, им не разрешает управляющая компания. Сколько судились из-за этих водяных? Скандалом все-таки поставили. Один этаж, четвертый. Единственный четвертый этаж, который один поставили, этаж. Разрешили поставить водяные счетчики. Электрические не разрешают. А здесь нас даже не спрашивают. Хотите вы, не хотите? Раз вам 430 рублей, 500 рублей и 633 у меня в квартире. Я свет не включаю. У меня бабушке 90 лет, она вообще лежит почти. В туалет сходила и все. И я одна сижу дома. И один телевизор, если я включаю вечером, смотрю. Один холодильник. В сауне сегодня не банный день. По крайней мере, утром ни администрации, ни клиентов, желающих попариться, в заведении не было. Зато в защиту сауны сегодня выступили жилищники. Они уверяют, что каждый в этом доме платит только за себя. Непонятных цифр с неба не берется. Все, что дом потребляет, выставляет, соответственно, жителям. Что по отоплению, что по воде. Все арендаторы периодичностью в 3 месяца проверяются вместе со старшим по дому. То есть показания приборов, наличие пломб. Все это контролируется, замечаний нет. Жильцы дома намерены обратиться с жалобой в комитет жилищно-коммунального хозяйства Казани, чтобы им по новой пересчитали расходы. Если после этого сумма в квитанциях не уменьшится, тогда некоторые жители дома намерены экстренно продавать свои квартиры. Андрей Трофимов, Айгуль Низамудинова, Альфред Камилевский, эфир 24. По будням в 23:30. Время сериалов на телеканале «Эфир».